Всем привет, с вами Вета, и сегодня поговорим мы о красивых палетках. Начнем мы, наверное, с каких же палеток начать? Давайте, наверное, с вот такой вот от Urban Decay Ultra Violet. Вообще, я люблю, конечно, это оформление, потому что, во-первых, это действительно красиво, во-вторых, ни отпечатка, ничего на ней не видно, она у меня не царапается, хотя я люблю ее, например, с собой брать, она не очень тяжелая, ну, вообще, оформление просто какое-то вот невероятное. Плюс палетка, конечно, тоже очень красивая, я палеткой довольна. Дальше тоже в таком формате есть палетка у меня от Pat McGrath. Это тоже, конечно, вообще красота неописуемая. Вот они не одного размера, да, немножко Pat McGrath, она потолще, но она очень тяжелая, поэтому брать ее с собой это просто нереально. Плюс, девочки, я думаю, что это все будет очень залапываться, поэтому я даже вот верхний слой я не снимала. Но палетка, конечно, девочки, вот сзади, как она выглядит, она безумно красивая. Вот так просто на столик поставить, это просто что-то с чем-то. У меня это мазащий первая. Палетка неплохая, очень даже, но, девочки, своих денег она не стоит. Дальше покажу вам палетку от Стиле. Здесь уже, конечно, совсем другая история, потому что она уже вот у меня и поцарапалась, и отпечатки на ней видно. Ну, то есть палетку содержать в чистом виде, это просто, наверное, нереально, если ты ей пользуешься. Но палетка, конечно, девочки, не без минусов, но я ей тоже очень довольна, потому что мне нравятся безумно вот эти вот оттеночки. Они красиво сверкают, дают эффект такого жидкого стекла или вот металла такого, ну просто очень красивая палетка. Ну, есть, конечно, вот этот вот аутсайдер, непонятные матовые оттенки для меня. Ну, в принципе, палетка я довольна, я просто с большим удовольствием пользуюсь вот этими вот четырьмя оттеночками. Так как, в принципе, в мазащей первой я пользуюсь только Special Shades. Вот и все. Дальше покажу палетки в форме шоколада. Вот, я вообще обожаю, девочки, шоколад, поэтому, когда вижу вот что-то шоколадное, сразу покупаю. У меня это палетка I Love Revolution. Тоже, девочки, здесь видны все вот отпечаточки. Ну, палетка, ну, насколько красивая, понимаете, вот это вот фиолетовое вот здесь все, а я фиолетовый просто обожаю. Поэтому палетка для меня очень красивая, плюс еще стоит она недорого. И здесь я вам скажу, и качество достойное. Палетку я эту полюбила, она преимущественно в холодных оттенках, и она меня цепляет. Я пользуюсь ею, хотя она стоит очень даже дешево. Тоже могу советовать, девочки, она прикольная. Раз уж мы заговорили о шоколаде, кстати, там есть запах шоколада, но он настолько отдаленный, что его практически, ну, не слышно. Что касается шоколадки от Too Faced, здесь уже, конечно, запах выраженный шоколада. Для меня она безумно приятно пахнет, она уже у меня очень долгое время, и запах шоколада, он не поменялся, она все же так прекрасно пахнет, обожаю ее просто вообще нереально. Каждый раз, когда открываю, нюхаю, и плюс качество здесь просто очень крутое. Здесь очень мало матовых оттеночков, но вот эти вот металлы, это, девочки, что-то с чем-то. Палетка для меня безумно хороша. Я тоже вот и дыры здесь нарыла, очень люблю эту палеточку. Хорошее здесь качество, все здесь хорошо, запах, в общем, люблю. Одна из моих самых любимых. Покажу теперь Huda Beauty. Это тоже, кстати, красивая палетка. Я не знаю, многих раздражают вот эти вот глаза. Меня нет, не знаю, красивая женщина. Мне все нравится, не знаю, вообще не раздражает. Палетка очень красивая. Она, кстати, не очень залапывается. То есть, ну вот, девочки, вроде бы нормально. Она, не знаю, мне не стыдно ее вытащить перед кем-то. Ну и плюс, конечно, это тоже одна из моих самых любимых палеток. Она крутая. Здесь меня многое устраивает, хотя, конечно, минусы здесь тоже есть. Но палетка хорошая, я ее тоже могу советовать. Она того стоит, она стоит своих денег. Вот я не понимаю,
Если вот уже многие говорят, что не устраивает матовые оттенки, почему производитель не поменяет и не улучшит качество? Или, например, почему не расскажут, как ими пользоваться? Может, мы просто что-то не так делаем, я не знаю. У меня тоже, я не отличилась, меня матовые здесь для затемнения вообще не устроили. Они полупрозрачные, ничего хорошего я там не вижу. Потом, девочки, мне очень понравилось оформление вот этих палеточек. Я вторую купила, если честно, просто потому что вот мне понравилось оформление. Она очень красиво вот в тумбочке там лежит, так красивенько. Все так вроде бы компактненько. Это палеточки от Revolution Pro. Это все закосики на разные дорогие палеточки. Но здесь неплохое качество. Вот Pat McGrath вам мазащая первая. Она тоже неплохая по качеству. Есть, конечно, проблемки, но, девочки, с ними можно вот совладать, понимаете? Палетка неплохая. Свои деньги она точно отработает, и удовольствие она тоже сможет вам принести. Тоже могу ее советовать. Прикольные палетки, хорошее оформление. Как под кожу вот змеи, она очень приятная. Но, девочки, она морается. Вот я смотрю, что я уже что-то здесь наставила, и ручка у меня здесь непонятно, что делает. Ну, в общем, прикольные, красивые палеточки. И синяя. Вот на синяя, конечно, меньше видно. Хорошо так они придумали с этим дизайном. О, тоже люблю вот эти вот палеточки. У меня от ColourPop. Тоже нравится дизайн, очень красиво смотрятся они, но все царапинки, все вот отпечаточки, все видно. Но она насколько вот компактная, не знаю, мне тоже очень она нравится. Красивая тоже палеточка. Это Lilac You A Lot. Одна из моих недавних покупок. Прикольная палетка. Она мне понравилась. Ну, стандартное качество у ColourPop. И вот такая In A Trance Shadow Palette, тоже очень красивая. Я не знаю, когда их беру, для меня эта палетка, они как невесомые. Макияжи такие с ними получаются. О, кстати, у меня сегодня сделан макияж вот этими вот двумя палеточками. На верхнее веко у меня Lilac You A Lot, на нижнем In A Trance Shadow Palette. Прикольно, я люблю ими пользоваться. Очень быстро можно сделать макияж, и это будет как-то вот легко смотреться, невесомо, приятно, но в то же время глаза у вас выразительные, какие-то вот некомфортно с этими тенями, в общем. Дальше покажу палетки. Вот они картонненькие, вроде бы ничего особенного, но мне насколько нравится формат, вот как книжечка. Девочки, это вообще, я люблю книги, я люблю читать, и для меня вот этот вот формат, это просто, не знаю, что-то вот завораживающее. Я их прям так и ставлю, они у меня как книжечка, так и стоят. И по такому же размеру у меня Venus 3. Вот. Вот это вот так они у меня стоят. Вообще тоже люблю, обожаю этот формат. У Nabla, кстати, качество очень хорошее, у меня очень много Nabla. Конечно, от палетки к палетке у них качество улучшалось. То есть, чем позднее палетка выпускалась, тем качество будет лучше. Это мне, в общем, понравилось, но здесь непонятное качество вот этих вот двоих латексных оттенков, они какие-то странные. В общем, девочки, у меня в других палетках есть, я думала, что я вообще, знаете, криворукая, но у других палетках тоже у меня есть латексы, они очень хорошего качества. И тогда я уже поняла, что проблема все-таки не во мне, а в формуле. Она недоработана, нужно поработать, понимаете. А так, конечно, молодцы. Nabla — это тоже хороший бренд. Также у меня Soul Blooming. Вот эту вот палетку я люблю, и я прям реально ее очень советую. Ну, посмотрите, как это все, этот картон смотрится, потому что тени пигментированы, они немножко сыпятся, и вот это вот все убивается по самой палетке. И очень сложно потом это все отдраить. Но палетка крутая, я ее прям вот советую. Она очень-очень прикольная. Дальше Venus 3 покажу вам. Тоже люблю эту палетку. Она красивая, девочки, она красивая. Вот, и качество здесь хорошее. Да, формула вот топера немножко здесь устаревшая, потому что сейчас формулы топера уже намного лучше есть. Но это одна из моих первых палеток с топерами. Здесь он один, собственно, а нет, два
Но этим я, кстати, не пользуюсь, поэтому для меня здесь один только топер. Так вот, он замыливается. И немножечко на качество вот набора оттенка это влияет. Оттенок набирается, но его нужно вот потереть. А так палетка очень красивая. Мне нравится вот этот вот оттенок Paradise. Кстати, если накладывать его на черную подложку, он может вам выдать синеву. Очень красиво смотрится. Макияж вообще такой, когда ты наносишь один оттенок, а получается вроде бы и глубина, и синего, и вот фиолет. Девочки, вообще просто палетка бомба, я не знаю, я ее все равно люблю. Топпер, конечно, здесь недоработан, но все равно люблю, все равно могу советовать, потому что все-таки качество здесь хорошее. Покажу также палетку Pretty Rich от Too Faced. Ну, вообще, я вам скажу, Too Faced это просто какая-то бомба. Они как делают палетки, вот эти вот и запахи. Кстати, в этой палетке запаха нет. Вот аллергики, смотрите сюда, потому что большинство палеток от Too Faced, они ароматизированы. Здесь запаха нет. Меня лично это расстроило, потому что я люблю запахи от Too Faced. Они как уже начудят. Уже это просто что-то с чем-то. Красивая палетка, очень приятность. Она как, знаете, как тоже под кожу сделана. Вот я даже ощущаю рельеф. Она не мажется, она нигде там не царапается. Вот вообще просто очень красивая палетка. Здесь еще такое сердечко есть. Люблю ее. Она и зеркальце, ой, тоже, в общем, в форме бриллиантика, вот эти вот цвета, это глиттерные оттенки. Кто глиттеры не любит, имейте в виду, что здесь есть глиттеры. Никакой клейкой базы не надо. Глиттеры очень тоже прикольно смотрятся. Я люблю глиттеры, поэтому меня это вообще не напрягает. Вот этот оттенок мне не понравился, потому что он на темной подложке. Поэтому, когда ты его наносишь вот без всяких подложечек, понимаете, он может выдать вам грязь. Но, а я покупала эту палетку именно из-за этого оттенка. По ходу, когда палетка пришла, мне понравились вот эти вот все практически оттенки, кроме вот этого вот. Такое вот иногда расстройство бывает. Ну, я не расстроена, что я купила эту палетку, потому что все-таки она прикольная, она красивая, и я пользуюсь ею, так что все ок. Ой, еще мне нравится тоже палетка от Smashbox. Само качество теней я считаю устаревшим, поэтому я больше не буду покупать эти тени, но она такая прикольная, видите, она переливается. Она и не залапывается, вот я не вижу своих отпечатков, но она такая красавица, вообще такая манюсечка, такая красивая палеточка. Качество теней здесь неплохое, но поймите меня правильно, сейчас очень много брендов, которые выпускают такое же качество, но за меньшие деньги, понимаете? Мне кажется, что Smashbox очень много хотят. Или улучшайте формулу, или понижайте цену, потому что для такого качества это дорого. А так, в принципе, все ок. Если бы меньше цена, я бы палетка была бы тоже довольна. А так, я считаю, я переплатила, у меня забрали деньги. Она не стоит таких денег. Раз уж я показала эту палетку манюсенькую, вот такую масенькую, я покажу вам уже и Too Faced. Опять же, здесь аромат джема. Да, это вообще, девочки, когда на диете, вот берите такие палетки и нюхайте. Палетка вообще крутая, она очень маленькая, жестяная, просто, ну посмотрите, ну это просто красотень. Я вот даже их купила бы ради вот такого вот дизайна, потому что, ну реально очень круто, все это вот выпуклое, такое красивое. Плюс сама начинка в палетке тоже безумно красивая. Здесь красивые оттеночки. Есть похолоднее для тушевочки, есть потеплее, есть оттеночек для затемнения, но он слабый. Поэтому, кто любит так нормально притенить, да, придать глубину взгляду, все-таки нужно будет прибегать к другой палетке, потому что мне лично иногда вот такой вот глубины не хватает. И я беру что-то вот дополнительное. А так здесь и топперы, и металлики. То есть, насколько вот маленькая палеточка, но они умудрились в эту палетку впихнуть все, понимаете, невпихуемые.
и для холодных девочек, и для тепленьких с подтоном, да, тепленьким девочкам. И топперы, и металлики, и матовые. В общем, все, что хотите, здесь они вам напихали. Палетка крутая, я ее люблю. Когда она только ко мне пришла, я ее просто из рук не выпускала, постоянно ей красилась. Макияж делается быстро и вообще просто суперская палетка. Дальше палетка от Dior. Все, что мне нравится в этой палетке, это оформление. Ну, девочки, вот я провела, понимаете, до этого я там вытирала, чтобы вам показать, чтобы это хоть было нормально как-то. Вот я провела только что, видите, все видно, все отпечатки. Вот, потому что девчонки вот говорят, что Dior у каждой просто девочки должны быть, вот даже перед подружками, да, вот ты раз такая и Dior. Ну, вот скажите, если я вот это вот вытащу, да, все залапанное, что обо мне подумают? Что я вообще, да, не сижу за собой, за своей косметикой. И что, она вообще ее не вытирает, что ли? Вытирает, только толку нет, понимаете? Я понимаю, почему вот предыдущие формулы, предыдущие палетки, они шли вот в мешочках, потому что это все очень залапывается. Мешочек, наверное, для того, чтобы вот когда вытаскиваешь, быстро его обтирать. Вот, так что формат очень красивый, но она... не для того, чтобы его показывали. Плюс, конечно, начинка. На мне эта палетка смотрится грязно. Она такая, девочки, она темная, понимаете? Это для вечерних выходов. Ни одним оттенком вы здесь не сделаете что-то себе дневное. Плюс, конечно, здесь все сатины. Ну, палетка для меня, даже вот этот вот, который матовый, он тоже такой какой-то вот полусатин. Он не наглухо матовый. Ну, в общем, девочки, все, что-то здесь на темной такой базе. Палетка вот просто я покупала, потому что говорили, что улучшили качество. Но по итогу им надо еще улучшать, улучшать и улучшать. Или, конечно же, снижать цену. Для меня вот если бы она была бы, знаете, гривен 250, вот, да, я бы купила ее, я, возможно, даже сказала о ее плюсах. А так вот я видела цену и 2 с копейками, и вот я покупала по скидкам за 1400, понимаете? Ну куда вот 1400? За что? За что? Не за что, понимаете? Не за что. Я не буду больше покупать эти тени. Вот духи я люблю от Dior, парфум, да? А так... Во, еще одна моя любимая палетка по оформлению. Очень она приятная, она бархатная, девочки. Это просто вот так просто ее погладить. Если у вас нет кота, вот тогда можно такую палетку взять и ее гладить, потому что это приятно, это успокаивает. Также у меня есть палетка от Jeffree Star. Такой Bloodlust называется, но это, конечно, уже такой не котик, а котяра, потому что она тяжелая. Это уже прям вы откормили своего котяру, пора ему на диету, зарази. А вот эта вот палеточка, она легкая, конечно, очень красивая. Я всегда ее вот в дочернем чехле ношу, потому что она очень замазывается, очень. Почему-то Jeffree Star не так замазывается. А вот это вот все, все на ней, все прилипает. Ну, в общем, не знаю, может каким-то антистатиком мазать или чем, я не знаю. Вот, еще мне нравится вот такая вот Revolution, мне она досталась в подарок тоже вообще, я безумно люблю палетки, у которой они глянцевые, да, и в черном цвете, это для меня сразу вот дорого, понимаете, я люблю, обожаю такое вот оформление во все. И палетка эта, она некрасивая, она, девочки... Она красивая, но она совсем бестолковая, потому что тени здесь уже устаревшие, поэтому эту палетку я никому не советую. Все, что некрасиво, это дизайн. Ну, конечно, оттеночки здесь есть рабочие, есть вообще глухие и совсем ненужные. А, что это я вам показала, кстати, мою палеточку любимую? Вот, красавица, это Jeffree Star. Вообще, Jeffree Star, конечно, как придумает что-то это... Ой, молодец, конечно, креативить он любит. Красивая палетка.
Не могу нарадоваться. Эта палетка очень рада, что она у меня есть. И покажу вам нарвину. Она, конечно, внутри так же хороша, как и снаружи. Но я уже рассказывала много раз, что белоснежкам эта палетка не подойдет. Многие оттенки рыжат, а многие оттенки будут выглядеть грязно. Поэтому вы только расстроитесь, как и я в свое время расстроилась. Вот. Ну и, конечно, Джеффри. Вот эти вот грубики, да, не очень хочется вот это вот слово произносить, вот как будто бы Джаффри нам говорит: привыкайте, люди, да, к земле, потому что рано или поздно все мы, да, ну, палетка, конечно, очень хороша. Blue Blood я еще себе заказала. Палетки от Jeffree Star. Я не знаю, вот я попробовала первую палетку, я поняла, что это любовь. Это любовь. И с первого, и со второго, с третьего, с четвертого. Как и с Too Faced, кстати. Я Too Faced тоже безумно люблю. Палетка, конечно, хороша, девочки. Она хороша. И в работе, и по подбору оттенков. И оттенки здесь не банальные. Здесь еще попробуй аналоги найти. Как-то он что-то там намешает, он, наверное, какой-то вот ведьмак. О, потому что реально такие тени он подсаживает на свои тени, и уже трудно потом соскочить. Потом палетка I Love Revolution. Вот этот вот понтик, девочки, он такой прикольный, я вам прям очень прикольный. Но имейте в виду, вот это вот, да, как она называется, не знаю, присыпка. Она очень сыпется. Кстати, вы даже вот можете ее не отдирать, они сами отпадут. Вот. Палетка по качеству, она на свои деньги стоит. Вот сколько там, берите по скидкам. Я ее, по-моему, покупала за 120 гривен. Вот это вот ее цена, это да. Неплохие оттенки есть. Здесь матовых, кстати, нет. Они набираются и влажным способом, набираются и сухим. Понятное дело, пигментация здесь слабенькая, но если влажным способом, тогда очень даже неплохо. Тени полупрозрачные, ну, в принципе, девочки, 120 гривен, поиграться, ок, нормально совсем. И последняя палетка, которую я вам покажу, это моя птичка. Птичка-синичка, птичка, которая приносит радость. Кстати, если вы ее сейчас увидели, эту птичку, она и вам принесет. Потому что птичка не жадная, она всем приносит счастье. Вот именно в этот момент загадывайте желание. Сейчас я тоже загадаю. Да, все. Вот она принесет нам, девочки, счастье с вами. Женское, да, счастье принесет. Если мужчины смотрят, мужское тоже принесет. Главное, чтобы она не перепутала, вот кому что нести, кому женское, кому мужское. Птичка вообще замечательная, очень красиво смотрится. Она у меня всегда вот на виду. Всегда, потому что она безумно красивая. Кстати, я когда заказывала, я не думала, что взрослую тетю так порадует такая птичка. Оказывается, да, девочки, еще как порадует. Вот я думала, ну какая-то фигня, вот просто заказала, потому что там была скидка 250 гривен. Думаю, дурацкая птица какая-то, вот к чему это, да? Ну зачем взрослым теткам вот такие вот птицы? Оказывается, нет, девочки, нормально, нормально, я ее полюбила. Здесь и качество неплохое, в общем, могу тоже очень даже советовать, и смотрится это красиво, тем более вот 250 гривен, девочки, ну, понимаете, вот, и это то, чем вы будете пользоваться, это вам не Dior палетка, которая вот не всем подойдет, и она что-то там валяется у меня, еще и залапывается все, а здесь все красивенько, она матовая, ничего там не залапывается, только клювик у нее блестит. В общем, девочки, это те палетки, которые мне нравятся по виду. Понятное дело, что мое мнение – это мое мнение. Оно может совершенно не совпадать с вашим, но я просто сказала то, что нравится мне. Желаю вам, девочки, любви, счастья, доброты и тепла. У меня на этом все. До новых встреч. И встретимся мы, конечно же, в новых видео. Всем пока!